У вас есть ваза, но вам никто не дарит цветы. Или вам подарили цветок, но только на 8 марта. И следующего цветка вам ждать придется целый год. Но вазу же надо когда-то применить. Когда цветок завянет, он не сможет держаться целый год, скорее всего. Поэтому убираем завядший цветок и думаем, что будем делать дальше. Я гулял в лесу и нашел две сухие веточки. Также после Нового года я нашел у себя небольшую гирлянду. Это может быть большая или маленькая. Смотрите, сейчас произойдет чудо. Просто из пустой, одинокой вазы вдруг станет что-то красивое. Мы опускаем батарейки в вазу, если позволяет ваза. Если нет, нужно ее приклеить сзади. И немножко обмотаем опять, чтобы было красиво. Опускаем вазу. Прямо на ваших глазах сейчас произойдет что-то интересное. Это займет совсем немного времени, но результат, я думаю, не заставит себя ждать. А сейчас проводим эксперимент и выключаем свет. Но прежде чем это сделаем, я забыл одну деталь. Нужно сначала включить свет здесь. Поэтому мы обратно все достаем. Включаем лампочку. Если вам не забыть ставить батарейки тоже, тогда придется в третий раз доставать. И вставляем все на место. Ничего страшного, это чисто по-человечески, люди совершают ошибки. Поэтому вы тоже можете ошибаться с меня. Никто за это не поругает. Мы делаем все покрасивее, чтобы это все выглядело просто шикарно. И сейчас, на последний штрих, я все-таки наконец выключаю свет. Так, выключаю свет. Снова выключаю свет. Но здесь слишком много света. Наконец мне удалось выключить свет, и вы сами видите, какой превосходный результат получился. Это было сделано на скорую руку, вы можете это сделать гораздо лучше меня. Например, я уже сейчас вижу, гораздо лучше было, если последняя лампочка шла сюда кверху. Но вообще, в целом, очень неплохо. К тому же, вы можете менять каждый день расположение огоньков, перемещая ваши веточки. Таким образом, вы можете под свой вкус настраивать дизайн. Если у вас нет такой, подойдет любая прозрачная ваза. Ну, так что, желаю много удовольствия.